Человека. Человек в фарфоровую куклу превратился. Такая живая была, а сейчас да, такая да, в кресло впечатала. Выдохни. Мы собираем образы современных женщин. Расслабься. Расслабься, правда. На этом телепроекте мы собираем образы современных женщин. Ты один из ярких представителей этого сообщества. И мне хочется представить тебя. Альбина Курбанова, предприниматель, врач, мать двоих детей и жена. Будем разбирать сейчас твой кейс. Я как человек из мира моды могу точно определить людей, которые нашли свой стиль. И могу точно сказать, что ты его нашла, я тебя аплодирую, ты действительно яркая девушка, люди обращают внимание на тебя, и ты очень интересна всем. Впрочем, для этого мы тебя и позвали, мы хотим поближе познакомиться с тобой. И главный вопрос, Альбина, ты осетинка? Да, я осетинка, это самый популярный вопрос, мне кажется. Многие по фамилии не определяют, кто я по национальности, а когда я начинаю говорить на своем языке, для некоторых это бывает прям такой шок. Ну как же выросшая девушка в абсолютно светской республике приняла для себя такое решение? И мне очень интересно, когда и каким образом ты его приняла? Прям с этого да, сразу да, мы начнем. Конечно. Да? Это тоже. Это, кстати, второй по популярности вопрос. Ну, что я могу сказать, как это все произошло? Наверное, это в первую очередь может быть банально сказано, но по воле Всевышнего, но тем не менее, как-то так случилось, что именно здесь я нашла себя, и мне так комфортно, хорошо, и я себя чувствую в своей тарелке. Возраст. Сколько было тебе лет? Когда это все да. случилось? Ну, в принципе, на тот момент я была очень юной девушкой, но я себя тогда считала очень взрослой, сознательной. Мне было 25-26 лет где-то. Это достаточно взрослое решение. Выросла ты в семье, которые такие религиозные были? У меня в семье, да, православные, мама с папой. Да. Верующие, но не сильно воцерквленные люди. Тем не менее, ощущение Бога всегда присутствовало в семье, это все всегда у нас оговаривалось, и я такая с детства мечтательная натура, тем не менее, я всегда очень верила в Бога. Вот. Но в детстве ты прослеживала за собой какое-то стремление, что ты хотя бы думала на эту тему чаще, чем остальные? Я этого не помнила, но как-то, когда все это уже было принято мной и моими родителями, мама стала вспоминать, что я даже себе устраивала фотосессии в платке. Мне это все нравилось. Меня тема Востока всегда очень вдохновляла. И как-то она мне нашла и прислала даже эти фотографии по WhatsApp. Я уже тогда жила не во Владикавказе, и мне самой было очень удивительно. Согласитесь, сейчас тенденция в мире есть, что многие из других вер переходят в... Даже можно назвать это мейнстримом. Я пронаблюдала последние 5 лет очень активно, как будто такой тренд пошел. Да? Возможно, это я никого не хочу обидеть, возможно, это как бы прозвучит немножко не религиозно, но со стороны человечества наблюдало очень много, не в буддизм, а именно в ислам обращались. Это, естественно, невозможно не замечать и не пытаться понять природу этого. Но можно быть религиозным человеком и до какого-то определенного момента не носить платок. Если ты говоришь о смене веры, то, возможно, я как-то не скажу, что я прям это отслеживаю. А что касается изменения внешних данных, и из одного стиля ты вдруг резко стала покрытой девушкой, это есть, я это замечаю. Это и модно, это и хорошо, что это модно становится, мне это нравится, но, тем не менее, девушки в первую очередь это делают не из-за моды, я это могу взять ответственность на себя и сказать за других, это все же
какой-то этап в жизни, они приходят, да, к этому, да, потому что это не просто так взять и надеть платок. Вот ты, например, смотришь и думаешь, какая симпатичная девушка в платке, я не о себе. В целом тебя может она привлечь. Когда я впервые решила, что вроде как я готова примерить платок, мне казалось, что я вообще в целом самая некрасивая девушка в платке, потому что ты настолько привыкла к себе в совсем другом стиле, совсем другом внешнем облике, это было очень сложно, и все говорили, тебе идет, и это очень красиво, а ты себя просто не принимала. Это такой переломный момент. Я слукавлю, если я скажу, что я вот его надела, и все, это мое, я так полюбила сразу. Этого не было. И вот когда я полюбила свой платок, я тогда стала вот полноценно его носить. То есть я себя стала приняла. В платке чувствовать так же спокойно, как я была и до этого момента. Спокойно, уверенно в себе. Да, вот это что очень я. Важно, нравиться себе со стороны. От этого же и энергия идет. Конечно, потому что первое время было сложно. Я много раз от своих подруг слышала вопрос: «Альбин, скажи, пожалуйста, тебе тоже было так тяжело?» Да, это пройдет, и ты полюбишь себя в платке обязательно. И когда я полюбила себя в платке, мне стало так хорошо. Сейчас все намного проще. И мне приятно, что ты заметила мой стиль и оценила. Его я тоже не сразу нашла. Я, опять же, повторюсь, наверное, когда я полюбила свой платок, я полюбила и свой стиль, и нашла свой стиль. Ты, наверное, знаешь, что всемирно известные дома моды, они уже 5 лет как взяли курс на восточных женщин, и они создают Modest Fashion, называется, так, линейку скромной моды, которая как раз для восточных женщин создана, и она пользуется успехом. Есть модели, покрытые, знаешь, да, Халима, да. Аден, наверное, правильно произносится, такая темнокожая, да, красивая, самая, девушка. Мне кажется, известная, очень популярная модель, она участвует во всех коммерческих съемках больших. Действительно красивая девушка, и она очень органично тоже смотрится в своем образе. Опять-таки, для человека со стороны, для обывателя, который не погружен в религию, это просто красивый аксессуар, и он действительно стал красивым. Для людей, которые не разбираются в религии, он действительно может смотреться. Я как человек из мира моды опять-таки говорю, что он смотрится, платок смотрится действительно красиво. Это про принятие себя, про любовь к себе. Если ты себя любишь в этом образе, то ты и несешь эту энергию. Это про красоту. Конечно, когда женщина себя любит, это совсем иначе воспринимается окружающими. Как смена религии, в частности образа, повлияла на твою деятельность? Ты ведь врач, ты в столице живешь, ты такая вся светская, активная молодежь московская. Как тебя восприняли именно твои коллеги? Ты удивишься, но сложнее мне было, когда я приезжала во Владикавказ, потому что в Москве покрытых девушек много и давно. Здесь это последние 5 лет. Что касается работы, как мне вообще это преподнести своим работодателям? Потому что после декретного отпуска я планировала возвращаться в свою сферу деятельности и именно на прежние места работы. Когда я своей управляющей пыталась это вот сказать, она даже не пыталась развернуть со мной этот вопрос, и когда уже потом мы с ней встречались, она сказала, мне нужна ты как специалист, и для меня это было прям такой поддержкой, потому что у меня присутствовал страх, что она скажет, нет, это не для нашего заведения, и здесь такое мы не приемлем. Это знак того, что она очень ценила твою экспертность. На тот момент мне стало приятно, и я где-то себя в сердцах поругала, а почему ты решила, что из-за того, что ты сменила свой образ, тебя на прежней работе, да, станут меньше ценить. Но я благодарна ей за то, что она вот именно так отреагировала. Восприятие людей такими, какими они хотят, это признак развитого ума. Когда мы пытаемся насадить человеку свое восприятие, да, как говорят, чужой монастырь со своим уставом не ходит. Когда люди пытаются свое восприятие наложить на окружающих, вот это есть нехорошо. А если мы умеем воспринимать людей так, как они себя несут, без своих клише, вот это признак абсолютно широкого мировоззрения, и я считаю, что нам надо всем стремиться к этому. Скажи мне, пожалуйста, твой муж настаивал на том, чтобы ты повязала платок? Это такой каверзный вопрос. Я солгу, если я скажу, что я это сама захотела, и я сама ему это предложила. Я не могу сказать, что он настаивал. Нет, такого не было. Он меня очень технично к этому подвел.
То есть это была не в лоб атака? Не в лоб абсолютно, да. Это не было атакой, это было где-то вот сначала вот так, а потом как вот красиво, а вот потом мы полетим в Дагестан, и там надо при папе его надеть. И потом, когда я вернулась из Дагестана в Москву, тебе так было хорошо, неужели ты его снимешь? И да, всем родственникам еще заплатил, чтобы они тоже сказали. Да, сниму, а как не снять, мы же только к папе собирались в платке летать. Он меня еще и подкупил кое-чем, но это чем? Нельзя рассказывать. По-женски, скажи, нет, нельзя. Настаиваю. Люди подумают, квартира, что я... Машина. Машина. Это была машина. Мы же девочки. Я боялась, что скажет моя мама, и что скажет мой папа, и что скажет мой брат, потому что касательно смены религии я еще не была в браке, а касательно надеть платок, вот тут я немножко боялась, хотя я уже была в браке. И когда мы сидели в гостях у моего старшего брата, я хотела ему вот сказать, что, возможно, мне придется надеть платок. Пошла на этот шаг. Я слукавлю, если я скажу, что вот я сразу вот такая вот прям вся свободная была. Но потом я поняла, что нужно просто быть собой, быть такой же, какой ты и была, и оставаться той личностью, которой ты была. Даже был момент, когда, я помню, мы переехали, уже будучи замужем, из одного ЖК в другой, и я вот выходила и стеснялась новых соседей. Только я надела платок и думала, ой, вот они сейчас подумают, я какая-то там типа сельская, какая-то еще не такая. Сейчас у меня этого нет. Я вызывала эти конфликтные ситуации, они были. Я даже как-то в своем блоге это освещала. У меня и в такси были конфликты с водителями такси. И в торговые центры, когда я приходила. Потому что я, наверное, эту мысль держала в себе, я такая вот вся другая, и вы обязательно меня заметите, что я другая, да. Вы меня остановите, вы перевернете мою коляску, проверите. Это было. После того, как я стала себя принимать, я не чувствую себя другой. Я просто по-другому одета. Ты предприниматель, ты мать, как ты совмещаешь эти моменты в своей жизни? У тебя двое детей, правильно? Да, сколько двое. Сколько им лет? Одной 6, другой 5. Они погодки. Погодки, друг это за сложно. Другом. Сложно было в начале. При том, что у меня никогда не было декретного отпуска. Я после того, как у меня появился первый ребенок, через месяц уже работала. А потом так случилось, что снова по кругу. И когда родился второй ребенок, мне тоже опять срочно нужно было выходить на работу. Сейчас Док Курбанова — это, в принципе, уже такой достаточно хороший, известная такая фамилия, да? Но я 100% могу тебе сказать, что мне нужен директор. Реально мне нужен директор. Ты классный исполнитель? Я классный специалист, но вот организационные моменты мне сложно даются, мне сложно давались. Я всегда говорила, что даже если у меня когда-то что-то будет свое, мной должен кто-то руководить. Ну, практикующий врач... Очень сложно может совмещать это с вообще несовместимо. Это несовместимо. Это нужно либо делегировать, либо же ты не сможешь быть и директором, и классным специалистом, да, и врачом. И я стала работать сама на себя. Я арендовала кабинет, ко мне приезжали мои пациенты, они находили меня сами, потом меня находили другие. То есть они тебя вынудили открыть свою клинику? Да, они меня вынудили пуститься в самостоятельное плавание. Я мечтательный человек. Но немножко мне надо работать с тем, что я всегда думаю, а может не получится. И потом я шагаю со страхом, и когда получается, я себя ругаю. А почему ты думала, что не получится? Ведь кто не пробует, у тех и не получается. Я люблю там послушать модных каких-нибудь психологов, и я понимаю, я нахожу там свои ошибки. А как ты совмещаешь это со своим материнством? Вот эту вот полную запись клиентов, клинику, управленческие вопросы и дети. С материнством совмещать было сложно, пока я не поняла, что у детей, помимо мамы, есть еще и папа.
Прекрасная мысль. Да. Прекрасная мысль. Надо вывести в тезис. Было сложно совмещать. Он против няни. Но при этом я не против, чтобы ты работала. А как тогда мне работать? Совмещай как хочешь. Да, совмещай как хочешь. Слава богу, у нас есть бабушки. Да, нужно отдать должное. Бабушки тоже помогают. Но когда дети стали постарше, все удивляются. А с кем ты оставляешь детей? Когда я говорю с мужем, многих округляются глаза, в смысле с мужем, на целый день с мужем. Я говорю, да, он их папа, а почему бы не оставить с ними? У него есть и руки, ноги. Да. Он может, и у меня абсолютно такие дети. И мобильные, и плюс они послушные, потому что я строго мама. Вот. Он справляется с ними. Да, конечно, к вечеру он прям уже бывает звонит. В 9 вечера я заканчиваю, он уже в 9 мне звонит. У меня примерно игла в лице пациента. Я смотрю, и уже звонок. Ты же сказала, ты закончишь в 9. Я перезваниваю, говорю, я задерживаюсь. Ты же сказала, закончишь в 9. Ну, он мне очень сильно помогал с детьми, потому что он может себе позволить остаться дома тогда, когда он хочет. Я очень благодарна своему мужу на самом деле за то, что он не запретил мне работать. У многих же складывается образ, что если ты там девушка в платке, то по умолчанию, конечно, везде и всегда главный мужчина. И спасибо ему за то, что он мне позволил продолжить вот это вот мой род деятельности. Он меня очень в этом поддерживает. И для меня это вообще большой плюс. Это признак умного мужчины, когда он понимает, что женщина его развивается, он понимает, что она не деградирует, находясь в четырех комнатах и не имея интересов, он понимает, что он первый сам пострадает от того, конечно, что женщина деградирует. Да, нужно... Это важный момент. Только умный мужчина есть... может поддерживать развитие своей женщины, потому что он понимает, что он первый пострадает, а дальше его дети пострадают от ее ограниченности, от того, что у нее начинается психосоматика. От мужчины зависит все, да, я согласна. Многое, потому как ты... Есть, конечно, пары, которые любят 24/7 проводить время вместе, да? А вы не проводите 24/7? Это так может показаться. Это может так показаться, да. Но мы очень много времени проводим вместе. Но, тем не менее, у нас есть у каждого абсолютно свое личное пространство. Никто никому... Я, понятное дело, я девушка, и я делаю так, как... нужно и как подобает. А что касается моего супруга, мы перезагружаемся. Вот он 5 утра может прийти домой? Спокойно. И ты будешь ему звонить? Спокойно. Нет, он не даст соврать, и не дадут соврать его друзья. Я знаю, что он жив-здоров, у него все хорошо, он может позволить себе прийти и в 5. У нас был случай, мама у нас гостила, и она мне говорит, а ты знаешь, во сколько пришел твой супруг домой? А я такая говорю, да нет, я спала. Мама он же говорит, пришел? 8 часов утра было. Я говорю, и что? А где он был? Я говорю, мам, спроси его, где он был. Нет, не потому, что мне неинтересно. Главное, чтобы у него было все хорошо. Я полностью ему доверяю. И я вижу искренность в ее глазах. Это круто, когда я знаю, что он сейчас вот в 11 не придет. Я могу все свои дела спокойно сделать. Дети мои спят. И я вот это время, я вообще полуночник. И я даже до 5 утра без него найду, чем себя занять. И это вот будет настолько ключевая круто. Фраза. Умение себя занять. А не звонить женщина. И спрашивать, да. Где значит, ты, с кем ты. Время. У нас вообще бывает так, что звонит обычно он, вы там как, у вас все хорошо? Ну, ты достаточно активный образ жизни ведешь. Я тебя часто вижу в социальных таких объектах, в заведениях, на прогулках с детьми. Между прочим, я вас всегда вижу вчетвером. Вы как-то всегда вместе. Такой образ Альбины Курбановой и ее двух дочек, и мужа обязательно где-нибудь неподалеку. Это как мне однажды сказала моя подруга, у вас такие избалованные дети, они всегда с вами. Вы вообще когда-нибудь бываете наедине? Они у нас с рождения вот так. Мы летаем, потому что мы живем на 2 города. И дети привыкли постоянно с нами куда-то ездить, летать. И они такие мобильные дети. Моя мама мне говорит, самые, говорит, самостоятельные дети у ленивых матерей. Поэтому у меня, мои дети очень самостоятельные, я не вижу ничего плохого в том, что если я не успела им сегодня дать вовремя суп, мы покушаем этот суп завтра. Мы его обязательно покушаем, но я абсолютно не вижу ничего плохого в том, что дети сегодня, будучи в дороге, поедят какую-нибудь сухомятку. Сейчас очень много женщин стыдятся того, что они не успевают приготовить дома сами. Я говорю об активных, предприимчивых, работающих женщинах, когда на целый день на работе, где взять силы, чтобы
приготовить, во-первых, купить продукты, во-вторых, приготовить этот борщ самой. Женщина совершенно спокойно должна принять тот факт, что у нее нет времени, и она не из этого неплохая женщина, неплохая жена, если она не успевает готовить сама. У нас, когда мама первое время прилетала к нам домой, она всегда говорила: «А где ваша еда?» Я говорю: «А у нас нет еды». «Зачем вам холодильник?» Нет, она мне говорит: «Как это нет еды? У нас есть продукты в холодильнике всегда, у нас есть мясо, у нас все это всегда есть». Но у нас никогда нет готовой еды. Перекусить что-то ты сможешь. А на печке, вот как у мамы, да, 33 кастрюли, да, у нас этого нет. И в итоге я научилась готовить. Вот мы с ним хотим кушать, я приготовила на нас двоих то, что мы хотим съесть сейчас, то, что я уже не положу в холодильник. И для меня это так легко, и поэтому мне не составит сложности после работы прийти и нам на нас двоих что-то приготовить. Например, я. Мне хочется, чтобы мне тоже было красиво. Пока я это готовлю сама, я, наверное, так устану, что я вряд ли это буду красиво даже не сервировать. Захочешь, и не захочешь, не захочется кушать. Есть, конечно. А я про то, что женщина должна себя любить, женщина должна себя баловать. Если женщина зарабатывает, то она должна красиво и вкусно покушать. Она может себе это позволить. Это про любовь к себе, да? То есть ты не должна только пойти и голову покрасить на очень, конечно, большую сумму. Ты уход должна себя за собой, поход накормить, к косметологу, да, или поход в салон красоты — это не про любовь к себе, это про какие-то заглушки. Про любовь к себе — это когда ты действительно честна с собой, и когда ты не из банки кушаешь на ходу, а когда ты любишь красиво поесть. Вот такие мелочи — это про любовь к себе, а не поход, да, к косметологу, однозначно, или там еще куда-то. Нужно начинать с мелочей. Да, и любить себя в мелочах. Когда мне говорят: «Зачем ты?» Недавно я приехала из Петербурга, там очень холодно, и я поняла, что в аэропорт дорога далекая, и надо выбрать автомобиль. Я понимала, что мне 1.5 часа ехать, а я уже 5 часов в самолете летела, в неудобном самолете. И мне хочется комфортно доехать. И я хочу потратить эти деньги на свой комфорт. Я ведь... Кто-то думает, что ты эти деньги зря выбрасываешь. Mm-hmm. А я считаю, что я эти деньги отдаю за свой комфорт. Я ведь для этого и работаю, чтобы проживать эту жизнь сейчас, а если ты а эти не потом. Деньги сэкономишь на себе и на своем комфорте, то как это? Я в этот момент чувствую себя счастливой, когда мне хорошо, мне комфортно. И ты знаешь, что ты едешь в приятном, чистом салоне. А значит, для чего я работаю? Да, конечно. Для чего я работаю? Я понимаю не понимаю тебя. Вот этого синдрома отложенной жизни. Я рекомендую всем пересмотреть этот факт, покопаться, найти его, переключить, потому что именно проживая каждый день классно, вот в этот момент ты притягиваешь энергетически такую же классную жизнь. Согласна с вами? Да, я 100%. Тебе классно, и ты излучаешь вот этот позитив, и дальше этот позитив снова к тебе бумерангом идет. Плюс деньги — это такая энергетика, которая любит движение, и, естественно, если ты будешь их вот прям вот так вот держать, они вот на этом и остановятся, это мое мнение. Я точно знаю, что... Я не умею копить. Я могу потратить вот здесь и сейчас. И не пожалеть. Это не про транжирство и не про то, что я потрачу на что-то не необходимое. И касательно своего комфорта, я вот общаюсь, как и ты, с людьми, да, у меня очень много через меня проходят людей и посторонних, и друг у друга мы всегда чему-то учимся. Однажды мне моя пациентка сказала, что плюс она работает сама на себя, она там зарабатывает какие-то деньги, и они вот только-только стали к ней идти. И она сказала: «Я себя хвалю. Я, если поработала, я себя должна обязательно похвалить, я себе что-то куплю или что-то сделаю то, чего я давно хотела. Или я схожу, поем и накормлю себя в ресторане тем, что я давно хотела попробовать, но вот не могла». А я думала, я уже вроде как такая опытная, и вот мне это откликнулось. Я понимаю, что моменты, когда ты хочешь что-то сделать для своего комфорта, ты не должна это все считать ненужным расходом. Вопрос у тебя в косметичке в данный момент, то, что у тебя всегда с собой. На какую сумму косметика? Ты знала, что ты задаешь каверзный вопрос? Но сейчас со мной не прям уж много всего. Все осталось в машине. А так, косметику исключительно мои пациенты знают. Я даже, когда у меня бывает запрос у девушек
подобрать бюджетный уход. Нет, я не подбираю бюджетный уход не работает, не нужно себя обманывать, лучше накопить и купить себе хорошую, качественную косметику, как декоративную, так и уходовую. Я люблю, это такая моя слабость, я люблю коллекционировать. Может быть, я в повседневной жизни не так уж и ярко крашусь, но тем не менее я трачусь на косметику и регулярно. А сумма какая? Ну, я всегда покупаю то, что мне необходимо. А вот случай расскажу. Слушай, я расскажу интересный случай к этому моменту. Мы когда встречались с моим супругом на тот момент, он, значит, мы пришли, мне нужно было что-то купить там из косметики тогда в какой-то торговый центр. И он обычно ждал за магазином, я пока себе все выбираю. И в какой-то момент, когда мне, ну, я подхожу к кассе, он сзади где-то появляется, всегда, регулярно. До замужества так было стабильно, а после... Вырастает из пола и оплачет. Да, сафонов, да, сафонов. И в итоге он подходит, я, значит, набрала то, что мне необходимо. Реально это было самое необходимое. Ковыряется в телефоне, молча на кассу кладет 5000 и продолжает лазить в своем телефоне. Я такая стою. Конфуз. А девушка ему говорит за кассы: с вас 35000. А он в этот момент на меня, а я такая: ну это же не на один день. Это и по сей жизнь. День, когда мы идем куда-то, и я покупаю, он мне говорит: слушай, ты каждый раз говоришь, это не на один день, для кого это все, она не портится, это коллекция какая-то. Ну, я не знаю, некрасиво озвучивать суммы. Ну, вот все, что мне нравится, и все, что мне необходимо, мне это необходимо. Я куплю. Ключевое слово. И у меня мне бывает так, что я могу на что-то не потратиться, пожалеть, даже вот на вещь. Ой, зачем она мне нужна? У меня миллион вещей. А вот очередная палетка или там уход? Нет, я никогда. Я очень люблю. Это мой любимый шопинг, когда фетиш. Я хожу именно по таким магазинам, где уходовая декоративная косметика. Настоящий эгоист, подлинный эгоист, он не только себе единолично хочет добра и там каких-то плюсов в копилку, он всему своему окружению пытается это раздать, насадить, он хочет, чтобы все его окружение было в достатке, в комфорте, потому что он через призму себя это прогоняет. Это мой близкий человек, ему тоже должно быть хорошо, вдруг завтра мне у него придется жить, понимаешь? Здоровый эгоист, если такие существуют, то это то, о чем ты говоришь, а если человек нездоровый, нездоровым эгоизмом страдает, то это про то, когда ты хочешь только своего комфорта и не думаешь, и пользуешься другими, и не думаешь о том, каково им. Скажи мне, пожалуйста, ты к выбору своего окружения относишься щепетильно? Можно ли сказать, что ты выбираешь успешных людей для себя в окружении? Что касается выбора моего окружения, я общительная девушка, я очень коммуникабельная и быстро схожусь с людьми. Но у меня уже есть какой-то свой определенный круг людей, которые мне близки. И так получается, что, не знаю, подобное притягивает подобное. Меня окружают успешные подруги. Я их не выбирала специально по какому-то критерию, абсолютно нет. Ни по каким финансовым признакам не выбираю своих друзей. Но так случилось, что все мои подруги, с которыми я уже общаюсь достаточно долго, с низов, со студенческой скамьи, они хорошо устроились в своей жизни. Кто для тебя успешная женщина? Ну, в первую очередь, наверное, успешная женщина — это девушка, женщина, которая чувствует гармонию внутри себя. Потому что если ты не в гармонии с собой, то чем бы ты ни занималась, тебя все будет не устраивать. Ты будешь всегда думать, что вроде как все здесь хорошо, но надо еще что-то. Здесь хорошо, надо еще что-то. Стремление, оно всегда должно присутствовать. Но, тем не менее, я считаю, что нужно в первую очередь найти именно вот эту вот гармонию с собой. Я в какой-то момент поняла, что успех — это тоже не всегда про деньги. Да? Согласна? Для меня вообще не про деньги. Успех не про деньги. Успех — это немножко другое. И когда тебе есть чем вдохновляться, и ты знаешь, ради чего, ты делаешь определенные усилия над собой. Вот мне приносит радость вот это именно
внутреннее мое состояние, когда я точно знаю, к чему я иду и к чему я хочу достигнуть в конечном счете. Что ты планируешь через 5 лет делать? Мне бы хотелось, чтобы это был не только город Владикавказ и Москва, мне бы хотелось, чтобы это были какие-то новые города, не России, новых стран, да. Мне бы хотелось, и даже когда я сейчас, мы долгое время летом отдыхали в Турции, пациенты сами меня нашли. Представляешь? В Турции? Да. А я такая, я просто отдыхаю, я здесь вообще... У меня нет с собой шприцов. У меня нет с собой ничего, ни шприцов, и я вообще здесь просто отдыхаю. Однако меня нашли мои настырные пациентки, которые также были, кто-то там отдыхал в Анталии, кто-то в Бодруме, кто-то в Стамбуле. Созвонились, и у нас получилось. Поэтому я думаю, что нужно шагать в этом направлении. Я думаю, что у меня получится. Мы говорили об успешной женщине. Я хочу задать тебе вопрос. Ты себя считаешь успешной женщиной? Да. Это будет, наверное, может быть, слишком. Почему слишком? Как это сказать? Ты соответствуешь своему пониманию образа современной успешной женщины? Конечно, мне еще хочется многого достичь, но тем не менее я собой довольна на сегодняшний день в плане своей сферы деятельности, в плане, если даже брать моей семьи. На сегодняшний день мне все нравится. Знаешь, я как связываю женщину предприимчивую, все-таки она может много зарабатывать, но не быть успешной. Это никак не про деньги вообще, да, это про энергию. И касательно женщины невозможно говорить об успехе и не говорить о том, что женщина в любви находится. Потому что я уверена, что женщину, которую долюбили, в семье долюбили, да, папа, братья, да, в твоем случае, муж любит, носит на руках. Эту женщину, ее всегда можно в толпе увидеть. Для меня успешная женщина в ее пункте достижения обязательно будет человек, который ее очень сильно любит, вдохновляет. Мне кажется, он у тебя есть, да, он в лице твоего мужа. Но опять же, все идет из детства. Не то, что вот ты нашла свою судьбу, свою любовь всей своей жизни, и вот вы влюбились, и у тебя все сложилось. Нет. Если в детстве человек недолюбленный, где-то недоласканный, то... Особенно девочка. Особенно девочка. Потому что меня мой папа носил на руках, потому что мой папа меня любил, мои братья меня любили, моя мама меня вот такой вот воспитала. Я не стала эгоисткой, но при этом во взрослой жизни я другие отношения... По-другому, наверное, я бы не смогла и замуж выйти, и найти свою судьбу человека, абьюзера, который бы меня не любил и не ценил. Не дай бог, нет. Потому что я в другой модели выросла. Чур меня. Чур меня. Я знаю, что у твоего мужа есть дети от первого брака. Как у тебя отношения с ними складываются? И как складываются отношения твоих детей с ними? А как они у меня должны складываться? Как можно не любить детей своего любимого человека? Они не могли сложиться как-то иначе, кроме как мы абсолютно родные люди. Я их очень люблю, это не лукавство, и все это знают, и многие это подтвердят. Они родные люди друг другу, мои девочки, мальчики, там сыновья, здесь девочки. Они абсолютно родные братья и сестры. Я когда-то говорила, что еще не будучи замужем, что я хочу сына, а потом уже дочь. Для своей дочери, чтобы у нас был старший брат, потому что у меня есть старший брат. И потом, через много-много лет, я сейчас уже понимаю, что у меня есть старший брат для старшие братья для моих дочерей. У нас очень большая дружная семья. Они растут вместе, это самое главное. Да, я даже как-то важно. Старшему сыну задала вопрос: кого ты больше любишь? Вот свою двоюродную сестру, ага, там, или Фатимку. А он на меня так смотрит и говорит: конечно, Фатимку. И Фатимку, и Асию. Я говорю: а почему? А он мне говорит: ну, потому что они мои родные сестры. Я вот так смотрю, ну, и у меня вот так ком, да. И я думаю: боже, вот 12 лет мужчина. Но и вот он все это понимает. Там надо дальнее уважение, наверное, отдать и их матери, ведь потому что это идет оттуда. Да, конечно, 100% это зависит от женщины, которая воспитывает
воспитывать детей в первую очередь. Мы не все умеем любить. Мы не все умеем выйти на улицу, порадоваться, какая погода прекрасная, да, какое дерево красивое, да, какой хороший человек, какой приятный человек. Вот, вот это про то, что, что ты видишь в этом мире. Как можно задумываться о том, нравится тебе ребенок твоего близкого человека или не нравится. Это уже страшно, мне кажется. В принципе, как можно не любить детей, просто детей, да, а дети твоих близких людей. Многие рассуждают по-другому, я тоже не согласна с этим, и это говорит о том, что это вы не пара. Я считаю, что вы не пара. Если она не принимает, или же там ты не принимаешь... Он не представляет себе, допустим, мужчина взять жены, девушку с ребенком или же наоборот. Это не про взрослые отношения. Это значит, что, в принципе, нет такой любви. Тем более в современном мире. Друг к другу. Потому что я очень тепло отношусь к своему супругу. Нескромно говорить, что я его люблю, но я очень люблю всех. Наших все, детей. Что с ним связано, да. Все и все, что с ним связано, мне дорого. Все и все, что с ним связано, да. Однажды как-то мне мама говорила, когда у меня еще не было своих детей, мама мне говорила, что когда ты любишь человека, ты даже его кутенка будешь любить. Да. Каждая женщина проходит через сложные периоды в своей жизни, да, когда она в брак пришла, она начинает искать себя в новой этой форме жены, потом она становится матерью, и это сложно дается, бессонные ночи, ты принимаешь ребенка в свою жизнь. Вот я еще расскажу, человека. Что даже когда мы связали свою жизнь семейными узами, у нас была вот такая вот прям интересная жизнь, то есть мы такие два полуночника. Мы до обеда спали, кто-то работал, кто-то спал, а потом вечером мы обязательно должны, вот я должна выбрать какое-то заведение, мы идем, гуляем, и так было до самого момента рождения моего ребенка. И тут, представляешь, у меня появляется ребенок, и я... У меня не готова к такому. Да, у него продолжился этот путь. Он не со мной, так с друзьями. Он продолжил ходить, гулять, и это нормально. Но тогда меня это, конечно, обижало. На сегодняшний день я понимаю, что когда дети подросли, мы идем уже дальше вместе. И этот момент нужно было просто вот прожить. Да, и, соответственно, когда дети маленькие, не нужно думать, что все, вот на этом твоя жизнь закончилась. Они растут, и вместе с ними... Главное, надо продолжать развиваться как раз в этот момент, не остаться в этом состоянии матери, да, а дальше как личность развиваться. Не нужно забывать, что именно в этот момент надо не забывать. Не только мать, а еще ты осталась молодой женой. Это тоже очень важно, потому как многие забывают. У нас, видимо, еще от бабушек, от кого-то навязано то, что главный в семье – это ребенок. Да, чисто эстетский подход, кстати. Как говорят евреи, вообще главное ты. А потом еще один тезис. Сначала себя, а потом сделай сначала счастливой себя, а потом всю свою семью. А в самолете маску, когда говорят, надень сначала на себя. На себя, а потом. А мама меня учила по-другому. Мама мне говорила: слушай, вот покорми своего мужа, накорми своих детей, отправь мужа на работу, и потом сядь спокойно, выпей свой кофе и поймешь, что все, вот у тебя день задался. Но у нас как бы с этим проблем нет. И, слава богу, у нас получается, мы в таком одном режиме всей семьей живем. Мы такие все легкие на подъем, и у нас все с этим нормально. Но был период, когда я повторюсь, что будучи такой активной молодой парой, я прям засела дома. И меня это немножко смущало, и мне так было грустно. Я думала, что так будет всегда. У меня присутствовал страх. А потом, когда я стала задумываться о том, что все-таки мне нужно продолжить свою деятельность, и получила одобрение от своего супруга, соответственно, я поняла, что даже вот эти вот мимолетные на тот момент короткие мои рабочие дни меня очень отрезвляли. Я уже приходила перезагрузиться. И после этого я поняла, что самое главное для женщины где-то найти еще свою отдушину помимо семьи, помимо семейной жизни, не утопая вот в этом во всем. Главный вопрос нашего проекта. Что для тебя является ориентиром по жизни? В первую очередь, конечно же, это то, что моя работа является моим основным источником энергии. Мне нравится, когда я кого-то
меняю в лучшую сторону. Это не совсем даже про внешность. Я недавно разговаривала со своей подругой и сказала, что мы, будучи врачами-косметологами, являемся в таком тесном контакте с нашими пациентами, и мы для своих пациентов не только люди, которые меняют их внешне, помогают им пролонгировать свою молодость, мы являемся психологами. Мне нравится, когда, уходя от меня, человек говорит, что я вот вернусь просто хотя бы вот за этой энергетикой, которую я получил от доктора Курбановой. Я люблю, на самом деле, вот ты говорила, что ты любишь, когда тебя хвалят. Я люблю, когда меня хвалят, но если это здоровая такая похвала, без лести. Я ценю пациентов своих, которые ко мне возвращаются, и возвращаются со словами, что мы совпали с тобой вот по этой энергетике, и я вот хотя бы ради этого даже к тебе приезжаю. Мне хочется нести в массы что-то доброе. Это действительно так, потому как я человек, который даже вот когда меня спрашивают, вот ты там на больничном 2 недели, я не выйду на работу, если я себя буду морально чувствовать опустошенной ни за какие деньги. Пока я не приду в себя, пока я не смогу встретить своего пациента со своей наполненной энергией. И только вот тогда я выхожу на работу, и я знаю, что у меня прошел мой рабочий день круто. Вот, наверное, в этом есть, если я правильно ответила на твой вопрос, в этом есть мой какой-то ориентир по жизни. Кто является ориентиром в твоей жизни? Я недавно сама себе призналась в этом, кто является ориентиром моей жизни. Я такая папина девочка, да, все знают, что я и папу больше люблю, если про родителей. Но мама всегда являлась для меня каким-то таким сдерживающим фактором в том плане, что это единственный человек в моей жизни, который знает меня вот до самых глубин. И я долгое время не могла признаться себе даже в том, что я хочу быть на нее похожей. Потому как... Я сейчас заплачу. Да, малышка. Да, я тебя поддержу. Ну, это классно. Это классно. Это значит, мама вложила в тебя любовь. Мама такая. Я сейчас тоже буду плакать. Вы меня сильно ноющей не показываете? Да, пожалуйста, я не хочу. Ты знаешь, что у меня у самой мамина критика для меня болезненнее всего была? Причем моя мама абсолютно интеллигент и аристократ. Она никогда не била меня и не ругалась. Нет, мы вот даже вчера с тобой говорили о том, что... Одно надменное слово, это для меня вот это, убейте меня, повесьте меня, но только мама не должна разочароваться мной. Моя мама, она очень властная женщина, она очень... строгая, ее мои подруги все пока не узнали, и школьный, и институт, и с академии, и везде, всегда думали, что очень такая строгая, но тем не менее она умеет в себе сочетать вот эту властную женщину, при этом мягкую маму и близкую подругу. Но так, чтобы я, будучи ее дочерью, никогда не забывала о том, что она мать все-таки, а не подруга мне, да? И сейчас, когда я признаюсь себе в том, что это правильный подход, и имея девочек, я хочу научиться вот именно так же выстроить с ними в дальнейшем и в будущем свои отношения, чтобы они знали, что у них есть адекватная, приземленная, трезвая мама, которой в первую очередь и в хорошем, и в плохом, не дай бог, случае они придут ко мне. Потому как я помню... мы живем все-таки в таком менталитете сложном, да, и родители разные, и вот все это давит на нас. Моя мама не выстраивала мне никаких рамок, но, тем не менее, я знала, за какую черту я могу переступить, за какую я черту не могу переступить. Я не боялась ее, но подсознательно она доминировала надо мной. И мне хочется выстроить со своими детьми вот такие здоровые отношения, чтобы они знали, что я мать в первую очередь, они не нарушали этих границ, но при этом, чтобы они полностью мне доверяли и в завтрашнем мне тоже сказали, что именно я их ориентир по жизни. Это здорово. Спасибо тебе большое, что пришла к нам, поделилась своими мыслями, эмоциями. Я думаю, это очень ценно для всех, кто за экраном.
И мы все обязательно вынесем из этого хороший урок в жизни. Спасибо тебе, что ты меня позвала. Я была очень рада. Надеюсь, что мы были полезны многим девушкам, и многие из нашего разговора что-то для себя подчеркнут. Уже все?